Южна железна дорога! Право! Право на належну працю, на належну плату. Безниці. Это при том, дорогие коллеги, что средняться нас. Нам нужно сделать один или два шага. И у нас будет будущее. Наша акция заключается в том, чтобы понять заручникам заработную плату. Я сразу расскажу. Вот. Для того, чтобы нам выплатили 13 зарплату, за концом 2018 года, в первом полугодии. Для того, чтобы поднять командировочные, ну, называется, добови, до 200 гривен. Но основное требование, это, конечно же, повышение заработной платы, потому что нам она не повышается. Наши руководители, менеджеры, если вы знаете, Кравцова, миллионная заработная плата, у Амеляна, нашего министра, у начальников департаментов по 100, по 120 тысяч заработной платы. А люди, которые только вновь поступившие, они получают наши слесаря, молодежь, у них зарплата по 3-4 тысячи. Это вообще невозможно, это никакие рамки не входят. В итоге, я вам так кратко расскажу, в итоге нас просто покидали в очередной раз. Нам ничего не пообещали, нам ничего не сказали, и сказали, в общем, идите с Богом.